Это огромный гипермаркет «Там-там». Жители Луцка нам писали постоянно: «Пожалуйста, приедьте уже наконец-то сюда и проведите ревизию». А мы все письма читаем, все знаем, на все обращаем внимание. И вот мы приехали на ревизию в огромный гипермаркет в Луцке. Идемте. Привіт програмі «Ревізор». Я б хотіла запросити вас у місто Луцьк для перевірки супермаркету «Там-там». Ми точно знаємо, що продукти не завжди свіжі, адже часто потрапляють зіпсовані. Черги величезні. Кас море, а працюють лише 5 штук. Максимум. Чудовий гіпермаркет, відносно смачна кулінарія. Думаю, нам сюди. Кондитерский цех первый. Да не лякайтесь вы так. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Все улыбаются. У вас очень вкусно пахнет кондитерскими изделиями, девочки. Но я пришел не есть торты, а работать. То ж, до работы. Хорошо, что вы все в форме, в головных уборах. Но тряпки, которыми вы протираете столы, старые. Эти полотенца давно пора заменить. Старезни та бруднючи. Вас как зовут? Ирина. Ой, как весы у вас пригорели, я смотрю. Ого-го. А что это, вы горячим кремом заливали? Нет, тоже просто немножко не крем. Весы там внутри тоже забиты остатками какими-то еды и крема. Это все нужно вычищать. А не важите десерты на цьому старезному обладнанні? Я посмотрю еще холодильную камеру готовой продукции кондитерского цеха. И написано: хранение товара в камере без стикеров строго запрещено. Руководство дает правильные указания. Соблюдают ли их? Давайте посмотрим. Сколько всего вкусного. Здесь очень много десертов, и все десерты не накрыты, но стикеры есть. Властных правил не порушают. 14 число, 12 число, 15 число. Сегодня как раз 15 апреля. Почему все не накрывают, это странно. Також варто об'яву повісити на двері. В кондитерке очень сложно разобраться иногда, что за жидкости. Похоже на какой-то солидол. Але що це, невідомо. Стикера нет. Компрессор шумит, меня зовет. Итак, на нем немного пыли. А ведь это кондитерский цех. Все десерты открыты. Эта пыль разносится по тортам. На стеллаже пыли крошки. А ведь внизу заварной крем. Похож на заварной. Крем дышит пылью. Наполеончику с пылючкою не бажаєте? Кондитерский шприц без даты. Але с кремом. Лежит прямо на корже. Ну кто же складывает кондитерский шприц на заготовки для торта? А мы пойдем дальше. Наш эксперт Наталья Кудряшова також розпочинає власну перевірку. Ну что ж, мы в городе Луцке. Гипермаркет «Там-там». Но мы уже здесь. Давайте пойдем посмотрим, что нас ожидает. Возьмем большую тележку, потому что, возможно, нас здесь ожидает большая добыча. Мы приехали в отдел овощей и фруктов. Посмотрим, насколько здесь свежие продукты продаются. Здравствуйте. Мы программа «Ревизор». Я выбираю. Простите, что я вам помешала делать выбор, но посмотрите, выбор у нас здесь действительно замечательный. Яблочки. Посмотрите, какие они живописные. Вот. Вот побитые. Вот. Вот. Ну, тут можно, честно говоря, брать полностью весь этот ящик и везти его на кассу. Для этого нам нужен большой пакет. Но пакета здесь я что-то не вижу. А вон есть пакеты. Ой, посмотрите, это убожество. Разве это пакеты? Ну что же это? Для гипермаркету цього явно недостатньо. Один несчастненький маленький пакетик. Здесь, на этой стойке, пакетов нет. Здесь нет, здесь нет. И здесь осталось в рулончике совсем чуть-чуть. Но мы возьмем, покупка у нас большая. Порезанные кабачки, зачищенные. И подгнили. Обратите внимание, что на этих обрезанных вялых кабачках написано вторая категория. Не бывает овощей второй категории.
есть овощи либо свежие, либо не свежие, которые не должны продаваться в магазине. Все испорченные овощи и фрукты нам не забрать, но от этого мы возьмем. Едем дальше. Здравствуйте. А чем вы сейчас занимаетесь? Я выкладываю товар. Выкладываете? Да. Это вы тоже будете выкладывать? Неслучайно. А что оно здесь делало у вас в торговом зале? Дата, обратите внимание, 9.04. То есть упаковали эту тыкву еще 9 числа. Посмотрите, что не в середине. Она вся сгнила. Воняет она не самым лучшим образом. Кошмар. Вот такие вот свежие овощи и фрукты здесь продаются. А что там у Вадима? Здрасте. Ой, там все побежали сразу. Говорят налево. Здрасте. Гардероб. Так, гардероб меня не интересует. А тут стройка какая-то. Пойдем посмотрим. О, прямо пустой цех. Натуральный ремонт. Стоят неработающие пароконвектоматы. Висит вытяжка. Вытяжка, кстати, проверим, что на ней. А на ней много жира. Начали делать ремонт, на вытяжку внимания не обратили. Надеюсь, все же заменят. Так, а тут что за этой шторой? А тут открытая кулинария. Открытые пиццы. Там лежат пончики, сосиски в тесте. И печка работает. Действительно, печь для пиццы. Температура 300 градусов. Как-то все еле прикрыто шторой. А это же штора. Это склеенный просто мешок какой-то на скотч. Будівництво йде, піце печуться. Посмотрите, сколько грязи. А это строительная пыль. И она летит прямо на пиццу. Пицца с бетоном. Давайте выходите с ремонта. Холодильная камера. Куры-гриль отправляются на зону сюда. Идем. Похожая на турбину самолета, это такой гигантский миксер. Для мяса, там вот остатки мяса видны. Як давно цей миксер в останнє мили? Прямо рядом с ним, в грязной тележке, стоит пластиковый ящик, а в нем очень много свинины. Когда она здесь оказалась? Маркировки никакой на ящике нет. На тележке, где лежит свинина, написано «бытовая химия». Химичная свинина? На решетке вентилятора ржавчина и пыль. Просто над сырым мясом. А тут, смотрите, колбасы в стройный ряд и куры-гриль. Тушка куриная охлажденная. 13.04 дата по 15.04. Написал супермаркет. Доживают останні години. С колбасами такая же история. Тоже 15.04 дата. Колбасы уже теж ледь живі. Грязный ящик поставили на куриц латиноамериканок. Наче вони тут засмагали. Тележки все ужасные, они ржавые. Эти тележки трутся вдоль стен холодильной камеры. Стены ободраны. Виски теж брудні. Здрасте. А вы из какого цеха? Отсюда. А что у вас там так грязно? Ремонт идет. Ремонт? Так, а тут же куры лежат. Ну, здесь холодильник, он не касается ремонта. Да, а куры что, в грязи лежат? Так получается? Так не должно получаться, должно быть чисто. Идите занимайтесь чистотой. Идемо далі. Все, закрыто. И это тоже, да? Угу. Птицы. Вон воробьи прыгают. Смотрите, один сверху сидит, другой внизу. Як у себе вдома. Под воробьями мука. Они ее едят. И, можливо, на неї гадять. Вон персонал разбегается, просто бегом бежит. А мы тем часом дізнаємось, які знахідки у Наталі Кудряшової. Мы приехали в отдел замороженного мяса. Здесь, кроме кролика мороженого, есть гусиные субпродукты. Стоят недешево. 9 мая 2015 года сделали, практически год назад. Срок придатности за температурой не выше минус 12 – 6 месяцев. Если так, отсчитаем давайте от мая 6 месяцев. Срок годности этих субпродуктов вышел 4 месяца назад. Продукт просрочен. Мы его тоже забираем. Едем дальше. Ой, какая прекрасная находка. Что там интересно?
Я руками отобрать не хочу. Попробуем вынуть ногами. Посмотрите, какая прелесть у нас стоит под стеллажом с продуктами питания. Грязная вода с непонятно какой свежести тряпкой внутри. Ну разве такое должно находиться в торговом зале? Ну ни в коем случае. Но это надо убрать. Девушка-продавец, можно вас на секундочку? Скажите, пожалуйста, что здесь живет в этом ведре? Я сожгу. А чего оно тут оказалось? Не зрозуміло. Не зря мы приехали сюда. Едем дальше. Правда, я так разнервничалась. Успокаивает меня только сладкое. Наверное, как и многих девушек. Что вы выбрать из шоколада? Какао-мусс. Давайте мы посмотрим. Сделан 3.06.15. Он до 3.04.16 года. Это просрочка, которая свободно лежит на полках, которую может купить любой покупатель. Очень хорошо, что купила его я. Едем дальше. Гривны стоят коробка этих конфет. Сделаны они 30 ноября 2015 года, еще в прошлом году. Срок хранения 120 суток. 120 суток это у нас 4 месяца. Декабрь, январь, февраль, март. На 1 апреля этого года, в день юмора, эти конфеты пошутили, они умерли. Віджартувались. Просроченный товар, он стоял с самого краешку для того, чтобы покупатель первую попавшуюся коробочку себе положил в тележку и купил просроченный. Едем дальше. А тем часом Вадим продовжує ревізію підсобного приміщення. О, и снова вы. Ну, я бригадир кондитерско-пекарского цеха. Кстати, а что случилось с мясным цехом? Вибачте, я теж свою роботу маю. Ви не знаєте, що з ним. Подивимось, що у вас. Так, а у вас тут тесто розтаєвається, да? Да. Стеллаж для пекарні. І начинки. Ви тут уже шприц положили в миску. У вас є маркировка 15.04, пленку обернули. Из кокоса, что ли, мы крутили? Угу. 15.04 это уже сегодняшняя дата. В миске все закрыто пленкой. На самом стеллаже чисто. А вот масло почему-то открытое. Маргарин. Маргарин. А чё открытый? Ну, не подумали они. Нужно же накрыть обязательно. Я проверю еще чистоту вашей вентиляции тут. Есть немного пыли на вентиляторе. Должно быть вообще идеально чисто. Вот видите? Давайте глянем, что у вас тут. На лампе пыль тоже. На самой двери посмотрите, сколько пыли. Просто над маргарином та відкритим тестом. Справимся. Как часто у вас геномборки? Ну, раз в неделю. Вот эта пыль наверху, это не неделя. Генеральне прибирання тут потрібне негайно. Можно с вами сфотографироваться? А работать кто будет? Я работаю, вы работаете. А вы еще и телефон он положили на тряпочку, которую будете потом протирать все. И сверху такой уж прикрыли. Ай-яй-яй. Давайте я покажу вам, на чем пекут тут хлеб. Похоже на черепицу. Это формы для выпекания хлеба. Насколько же они залипшие. Сыр пригорает, кунжутные зерна. Их вообще не чистят. Как будто сгорел кошкин дом, вот эта черепица тоже сгорела. И прямо так и осталось. Кто хлеб печет? Кто хлеб печет? Да. Ну, эта смена уже пришла до дома, они до 5 годин. Они на вот этих формах пекут же хлеб. Ну, вы знаете, это не до меня запитание. Я на этих формах пекут хлеб, но вы же знаете. Я вам тоже сказала. А если правду сказать? Вас как зовут? Галя. Галя, вы им скажите, что это срочно нужно чистить. Ну что это такое? Ну, бачите. Бачимо. Что это за сажа? То оно все сыпется и сыпется. А потом на хлебе остается эта сажа. Ходимо далее. А вот и эти грязные формы. Как же в такое можно складывать свежий хлеб? Посмотрите.
Хлеб пропитывается старым, пригорелым маслом, молоком. Потом його випікають і виносять в зал. А тим часом Наталя Кудряшова дісталась відділу з дитячими товарами. Первое, на что я обращаю внимание, что сверху нету защиты от пыли. Полка, которая должна была бы защищать весь товар для младенцев. Например, вот как вот эти мелкие изделия защищают накопители от пыли. Здесь такой полочки нету, поэтому вся пыль сверху сыпется прямо на детскую одежду. Эта одежда уже серого цвета стала. Посмотрите, даже невооруженным глазом видно, что здесь вот следы какой-то черной грязи, пыли. Так быть не должно. Вообще, непродовольственные товары должны продаваться в упакованном виде. Но здесь мы видим, все лежит без упаковки и собирает пыль. А ведь эту кофточку носить ребенку, ну как же так? Мы берем эти товары с собой. Аби брудный одяг дитині никто раптом не придбал. Посмотрите, в этой куче можно разобраться, что здесь? По-моему, это грязная одежда, которая приготовлена к стирке. Это просто хамское отношение к детям, хранить так детскую одежду. Кошмар, позор. Идем дальше. А тем часом Вадим вышел в зал. А вот и кулинария как раз. Мы ее видели сквозь ремонт. А тут открытая кулинария. Здравствуйте. Добрый день. Вас как зовут? Лена. Лена, скажите, у вас есть перчатки? Звичайно, є. Где? Вам одной или двух не хватит. Вам надо с собой взять упаковку. Вы же целый день будете брать деньги, потом доставать опять продукты. Схоже, для продавчині це незвичні речі. Вас как зовут? Здравствуйте. Добрый день. Инна. Инна, очень приятно. Вас не смущает ремонт сзади кулинарии? Ну, він нам не мешает, его роблять вечером. А как вы думаете, мешает ли он пицца, которая стоит рядом с ремонтом? Не накритий. Всем беляшам, пончикам, сосискам в тесте. Також відкритим. Не знаю. Хотите, я вам покажу? Вы, может быть, просто не достаете. Смотрите. Что это? Пылюка. Это строительная пыль. Она просто летит отсюда. И вот эта псевдоштора не спасает. А у вас потом люди приходят и видят, смотрите, пицца с грибами 7,99. И про цемент ни, а ни слова. Вам нужно или изолировать полностью ремонт, или отсюда хотя бы убирать продукты. Бо кулинария поруч із ремонтом – абсурд. Скажите мне, пожалуйста, вот у вас котлета в тесте. Когда она сделана? Ну, в день 11 ранку. Посмотрим на ценник. Котлета в тесте. Дата печати 27 марта. То це сам чек друкував. Условия хранения – не более 6 часов. При температуре максимум 18 плюс-минус 3 градуса. А точно когда сделана котлета? Я точно не знаю. А кто знает, Инна? За кухня відповідає. А кухня сейчас работает? Ні, вони до 4-ї години. То може котлети вже протерміновані? А у вас журнал есть протиражный? Да, я забірний. О, давайте посмотрим, когда вам принесли котлеты в тесте. Котлета в тесте. Какое время? Година не пишу. То есть мы не знаем, когда. Вы сказали, сделали утром в 11 часов котлета в тесте. Когда она сделана? Ну, в день 11 ранее. Если верить вашему ценнику, где написано 6 часов хранения, то значит в 5 часов вечера истек срок годности. А они у вас еще лежат. А вот пицца, когда сделана, тоже не знается, да? На пиццу нормально. А ведь здесь тоже мясная начинка. И тоже у нее срок годности измеряется часами. У вас обязательно должна быть эта информация. И для вас, и для покупателя. Идемте дальше. Спасибо, Инна. Так, что-то под весами. Тесто просится наружу, надувается пузырями. Сделано сегодня в 11:38. Срок годности до завтра. Вот еще одно тесто, тоже вздутое. Тесто растет, завтра уже и пакет может прорвать. И заполнить собой всю витрину. И краще прийняти запобіжні заходи вже. На холодильнике есть пыль. Немного, но есть. А что в холодильнике? Куриный остов. Там остались только крылья и немного кожи на кости. Почему-то, к сожалению, не накрыто. И если ящики выглядят вымытыми, стикеры есть, то внизу этого холодильника очень много ржавчины.
А вот эти куриные остовы, которые я видел. Окись курячий с крылами. Дата изготовления не указана. Условия хранения при температуре от 0 до плюс 6 – трое суток. Если в холодильнике есть дата 14 число, то на витрине даты нет. Забули чи навмисно не поставили. Итак, начинаются мясные прилавки. Тут лежит маринованное мясо. Шашлык нежный. Дата 15.04, время 9.04. Срок годности 17.04. А ведь на самом деле маринованное мясо может храниться только 24 часа. Тут супермаркет приписал один дополнительный день. Мясо видели? Идемте искать рыбу. А, молоко кто-то разлил. А давно оно разлитое здесь? 10 минут, и никто не убрал. В гипермаркете полном людей в пятницу вечером. Вот только что человек и шел, и упал. Да? Буквально минуту назад. А кто должен убрать? А где этот сервис? Для каждого. Та це не привід не працювати. Где у вас рыба, скажите мне? Туда? Да. Хорошо. Здравствуйте. А что делаете? Рыбку ловлю. Вас как зовут? Дина. Скажите, а вы когда смотрите на рыбу, Дина, она вас не пугает? Смотрите, что у нее тут летает в большом количестве. Это чешуя. Я сейчас ее нечаянно расшевелила. Розглянемо з іншого боку. Что это желтое на ней, как вы думаете? Ну, вы работаете в рыбном отделе. Вы понимаете, что это плесень и грибок, который живет на рыбе? Она вся побита. Вот из нее сочится кровь. Посмотрите на этот красный цвет. Рыба покусана, она не может продаваться в таком состоянии, она вся заражена. Аквариумы не чищены. Рыбу тут не продают, а катуют. На льду рыба в там-таме лежит в отличном состоянии. Рыба не только на льду, но и присыпана льдом. Именно так она и должна продаваться и храниться в магазинах. А як справи в мороженой рыбе? Посмотрите на эту рыбу. В каком она состоянии? Если ее понюхать, она адски воняет. Понюхайте рыбу. Нравится? Вам нет. Кто еще готов? Вот еще молодой отец. Вот одна хозяйка, которая придет и скажет: «О, супер предложение, я возьму». Рыба пахнет старой. Ее несколько раз размораживали, замораживали. Тушки слиплись вот в такое. Посмотрите на скумбрию. Что это на ней? Лед. Лед по цене скумбрии. Фу, как оно воняет. Под рыбой гора льда. Если этот лед растает, вонь будет адская. Это не супер предложение. Это супер свалка. Идемте в молочный отдел. Тут вроде бы тоже какая-то акция. Смотрим. Творог 10%. Срок годности истекает 26 апреля. Не истек. Сверху над стеллажом пыль. Брудно. Есть собственная расфасовка гипермаркета. Творог 5%. Запакован вчера, 14.04.16 года. Конечный срок годности не указан. А на молочных продуктах це небезпечно. Я напоминаю, что мы находимся в Луцке. И там-там это не обычный супермаркет, а гипермаркет. И тут много всего. Вот там секция с горшками для цветов. Тут идет бытовая химия. Хотя это можно увидеть и в обычном супермаркете, но посмотрите на этот размер. И тут можно целый день провести и гулять по магазину. Идемте посмотрим, что здесь. Колготки. Скажите, что тут с чистотой? В колготках пыль. А вот сейчас меня интересует вот это примерочное. Вы, допустим, хотите купить спортивные штаны. Вы увидели акцию «Штаны 199.99» и думаете: «Надо померить».
И вот примерочная. Заходите в примерочную и собирайтесь примерить брюки. Но не все так просто. Наши зрители написали нам, что в примерочной в Там-Таме есть видеокамера. Вот она. Я просто пальцем показываю на видеокамеру, которая следит за людьми в примерочной. Если вы задернете шторки, камера вас будет все равно видеть. Это нарушение ваших прав на приватность. Вы находитесь в примерочной, где вы можете раздеться до нижнего белья. И снимать вас никто не имеет права. Вот там камера. И она следит за вами. Незаконно. А Наталья уже біля кас. В прикасовой зоне лежат конфетки. Срок хранения этих конфет до 2 марта 2016 года. Они просрочены. Продавцы рассчитывают на то, что пока человек будет стоять в очереди, ребенок подойдет, схватит эту конфетку, откроет ее и начнет кушать. Протерминовано. Едем на кассу. Детское мы сразу упаковываем в пакетик. Мне не хватит наглости положить детские товары, которые и так под пылью лежали на грязную ленту. Здравствуйте. Пробивайте. Я у вас его взяла на кассе, оно было в свободном доступе к покупателям. Держите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Повернемось до Вадима. Кто знает, где книги продаются? Вот такой вопрос. Можно пройти? Выхватываю с полки последнюю книгу. Элизабет Гилберт. «Есть, молиться, любить». Но эту книгу я взял не просто так. Ее мы разыграем среди наших зрителей в социальной сети Facebook, среди всех тех, кто ответит на вопрос, который сейчас, прямо в этот момент, появился на нашей странице. А я беру книгу под мышку и иду в кассу. Туалетная бумага стоит просто на уровне пола, а она, смотрите, открытая. Туалетная бумага не должна продаваться в таких условиях. Здравствуйте. Ничего. Вы меня понимаете? Это очень правильно, что в супермаркетах иногда работают слабослышащие люди. Меня зовут Вадим Абрамов. Я ревизор. Я хочу купить книгу. Вас зовут Арыся. Какое красивое имя. 79,99. Хорошо. Арыся, можно заплатить карточкой? Арыся, вы смотрите «Ревизор»? Вы можете сказать на всю страну «Я люблю «Ревизор»»? Спасибо вам, девочки. Книга, чуть не забыл. Вот и закончилась наша долгая прогулка по гипермаркету «Там-Там». И сейчас мне надо посоветоваться с командой. Мы проверили гипермаркет «Там-Там» в Луцке. Экстерьер. «Там-Там» находится в торговом центре «Порт-Сити». Интерьер. «Там-Там» можно описать одним словом. Это гипермаркет. Здесь глаза разбегаются от количества товаров. Есть продукты питания, бытовая химия, одежда, книги, канцелярия. Обслуживание. Сегодня меня впервые обслуживал слабослышащий кассир. Это прекрасно, что в гипермаркете дают работу особенным людям. Весь персонал, с которым я общался и который не успел убежать, был вежлив и отвечал на мои вопросы. А когда девочки не хотели отвечать, то делали это в очень корректной форме. Но хороший человек – это не профессия. Сроки и условия хранения товаров продавцы должны знать на зубок и следить за состоянием собственных рабочих мест. Чистота в Там-Таме очень средняя. Попадается и пыль, и грязь, и ржавчина. Ремонт в подсобном помещении за кулинарией тоже чистоты не добавляет. За неубедительной шторкой полным ходом идут строительные работы. И все это в паре шагов от ненакрытых пицц и беляшей. Безопасность. В кондитерском и пекарном цехах повара
носят спецодежду и спецобувь. Рабочие поверхности чистые. Стикеры практически на всем. За отсутствие стикеров персонал даже штрафуют. В кулинарии и в рыбном отделе в торговом зале на ценниках есть информация о сроках и составе блюд. Охлажденная рыба хранится не на льду, а во льду. Поэтому поддерживается правильная температура хранения. Я проверил молочный отдел. Просрочки нет. А теперь о проблемах. В цехах мы нашли холодильник для кур-гриль с ящиками кур, у которых, согласно стикерам, сегодня закончился срок годности. Их просто пересыпали приправами и оставили ждать приготовления. Часть инвентаря в пекарном цеху грязная и старая. По суперпредложению в торговом зале продают поврежденную, дурно пахнущую, перемороженную рыбу. Живая рыба в аквариуме больше похожа на живых мертвецов. Таких разноцветных болячек и язв мы еще не видели. А еще в примерочной, в там-таме, есть направленная камера наблюдения. Желающим примерить нижнее белье могу дать совет. Будьте осторожны, за вами могут подсматривать. А еще наш эксперт Наталья Кудряшова тоже не теряла времени даром. Наташа. Спасибо, Вадим. Гипермаркет там-там действительно очень большой, и некондиционного товара в нем очень много. Подгнившие кабачки. Яблоки. Тыква. Супермаркет называет их товарами второй категории и продает дешевле. Но у свежих овощей и фруктов нет категории. Вот дорогой шоколад. Уже 2 недели как не пригоден. А вот дорогие гусиные субпродукты. Срок годности закончился более 4 месяцев назад. Проблема здесь и в прикасовой зоне. Чупа-чупсы здесь продают просроченными на 1,5 месяца. Одежда для новорожденных ничем не прикрыта и припадает пылью. Вот такую уже испачканную кофточку предлагают купить малюткам. Вадим? Спасибо. А давайте проверим эту вещь на загрязненность. Можно наш контейнер? Спасибо. Наташа, положи, пожалуйста, внутрь. Хорошо. Мы отвезем эту детскую кофточку в Киев, а результаты расскажем в страстях по ревизору. Там-таме все как в жизни. Есть хорошее, есть и плохое. Но плохого пока многовато. Поэтому эту табличку сегодня я здесь оставить не могу.